Привет. Привет. Представься, пожалуйста. Владимир Лысенко, Украина. Что ты здесь делаешь? Катаюсь на вейкборде. На вейкборде? Как долго? Почти 10 лет. В этом году буду праздновать больше, чем день рождения свой. 10 лет на вейке? Ты, да. В смысле, как любитель или как? Ну, с первого старта. Первый раз я стартанул 21 июня 2008 года. Есть у меня там дата даже ВКонтакте, в группе. Там у нас было наше событие, и поэтому дата сохранилась. Группа? Расскажи, пожалуйста, про свою группу. Группу ВКонтакте? Да. Ну, ВКонтакте там маленькая группа, больше у меня группа в Ютубчике есть. Если не знаете, я как же меня там называют, не помню. Wakeboard Teacher, по-моему. Да, я думаю, это знают все на самом деле. Потому что ты очень круто преподаешь, ты очень классный преподаватель. Спасибо. Спасибо, что ты в Phuket Wake Park. Мы, кстати, для тех, кто не знает, находимся в Phuket Wake Park сейчас. Расскажи мне, пожалуйста, про свою группу вот ВКонтакте. Кто там твои единомышленники, твои студенты, что вы обсуждаете? Ну, ВКонтакте, в Фейсбуке, там, на Ютубе, это больше, конечно, мои ученики все же. Ну, многие из них это и друзья, и просто райдеры знакомые. То есть все больше связано, конечно, с вейком и обучением. Видимо, у меня это хорошо получается. Как ты пришел к тому, что ты начал тренировать людей? Ну, я давным-давно занимался брейком когда-то. Лет 16 я начал заниматься, и лет 18 у меня была детская школа. Года 3 я с детьми занимался, где-то, наверное, так, с 18 до 21. Ну, видимо, там еще подучился. Не было особо тогда видео, если кто-то помнит, а многие помнят, как сложно тогда было раздобыть видео с какими-то там брейк-данс или другими, любыми экстремальными видами спорта, трюков. И это надо было всю ночь, чтобы телефон там работал, чтобы загрузился один ролик на 5 секунд. Вот. Тогда было сложно как бы информацию откуда-то черпать. И вот мы как бы черпали, как и многие, по видео. И это видео долго разбиралось. Собственно, поэтому, наверное, сейчас у меня такой большой упор на видеоанализ делается, потому что видео все-таки важно понимать, осознавать, что ты делаешь, чтобы потом разобрать ошибки. Почему Таиланд? Таиланд – тепло всегда. Хорошие парки, крутое место, крутые фигуры, хорошие люди. Ой, идеальное место для тренировок. Спасибо большое. Спасибо, конечно. Ну, сегодня мы говорим о тебе. У тебя есть высшее образование, то есть ты с людьми общаешься со всеми на равных, и большинство твоих друзей перерастают вообще клиентов в друзей, друзья в клиентах, так, так и происходит? Есть, так и есть, да. Прям, да, такая грань стирается. Ну, как бы мне сложно даже вот с людьми, которые меня могут быть старше там, на 20-30 лет, мне сложно в процессе обучения называть их после на «вы», и мне так кажется, что им это даже нравится, потому что вейкборд – это такой вид спорта, где неважно тебе 5 или 75 лет, это доступно в любом возрасте. А какие твои достижения в вейке? Есть какие-то соревнования, где ты участвовал? Я побеждал на чемпионате Украины, на российских соревнованиях участвовал, были шансы, ни разу не побеждал, хотя вот были хорошие шансы когда-то победить Саню Бослера, который сейчас здесь катается, и, кстати, у меня тренировался, в том числе в этот раз. Это приятно, когда дважды чемпиона России тренировать. Это круче, чем самому становиться чемпионом. А есть студенты, которыми ты гордишься? Ты скажешь, Я всеми горжусь. Ну, не бывает. Просто есть многие люди, которые считают, что вот они что-то пробуют, у них прям не получается, они так считают. Но мне всегда виден какой-то процесс тренировки, я всегда вижу прогресс. И прогресс на самом деле всегда есть у каждого человека. С каждым новым повторением, если ты пытаешься исправить какую-то ошибку, у тебя становится каждым разом все лучше. Ты кричишь на людей во время тренировок? Нет. Ну, у меня чуть-чуть другой подход, не советский, наверное, подход. Я не могу быть, наверное, строгим тренером. Ну, бывает такое, меня могут чуть-чуть вывести, но это больше такое. Ну, я как бы это из себя выдавливаю, это не идет из меня. Я себя заставляю там чуть прикрикнуть. Ну, вообще, я не помню такого, честно говоря. Было такое с Аней Жаковой, как-то она там что-то вообще не слушалась, мне пришлось на нее прикрикнуть в ТВ-парке. По-моему, такая ситуация была. А ты людей ведешь годами? Ну, получается так уже, да. Уже есть ученики, которые тренируются много лет. А твой сезон начинается в Таиланде когда? Чаще всего я приезжаю в середине октября. Потом уезжаю на 2 месяца домой, у меня там как бы
основная работа еще зимняя есть. Вот я там занимаюсь ею, отдыхаю немножко от вейка. Ну, в этом году не получилось отдыхать от вейка. В этом году в моем родном городе сделали в бассейне реверс, и я там очень кайфово потренировался. И получилось так, что в этот впервые вот этот год, 2018, это впервые у меня неразрывный перерыв. Впервые я катаюсь без перерыва. Насколько я понимаю, что на тебя уже как на бренд люди подсаживаются, и, собственно, уже это бесперерывный процесс посещать твои тренировки. Скажи, к тебе может прийти вообще любой человек, то есть написать тебе и сказать, вот у меня такой-то левел апгрейд, сделаем. Ну да, да, в целом, на самом деле, как ни крути, вейкборд как-то фильтрует людей в плане, ну не знаю, мне кажется, вот как-то плохие люди вейкбордом почему-то не занимаются, вот мне не встречались. Все те, кто у меня занимались, так или иначе, ну это хорошие люди, хотя, к сожалению, вот могу вот прям признать, что вот приезжая домой, я чувствую какую-то серость в людях, какую-то злость непонятную, какую-то обиженность чем-то, ну не в учениках, а просто в людях, украинцев, россиянах такая же самая ситуация. То есть здесь как-то все видимо из-за того, что погода, климат, лето, все время хорошее настроение у всех, никто не думает о том, что нам завтра похолодать, на какие-то запасы на зиму сделать, там отопление себе провести, там, не знаю, дровами запастись. Во, слушай, ну ты же сам человек позитива. Скажи, а какие люди тебя привлекают? Вот, допустим, ты очень харизматичный мужчина, на тебя многие смотрят и говорят, хочу быть таким же. Тебе есть что им сказать? Да просто надо быть собой и все. Ну, таким же не стоит быть. Ну, просто надо быть собой. Каждые люди, ну, не интересные одинаковые люди, интересные разные люди. И у каждого своя какая-то особенность должна быть собой. Так, давай теперь поговорим о чем-то личном. Вот у тебя куча девчонок проходят тренировки. Есть какая-то вот красотка, которая там зацепила твое око, и ты сказал, дама, я хочу. Ну да. Да, такое прям поставило в тупик. Не, ну. Ну, наверное, есть. То есть бывают такие моменты, что в процессе тренировок тебя что-то цепляет. Не, ну не настолько, я как бы не этот, скажем так, не ветреный, хотя ветреный знак, но не настолько ветреный. Да? Какой? Я близнец. Ты православный? Ну да. А что близнец? Близнецы не ветреные? Ветреные. А, значит, сам подписался. Не, ну ветреный, я просто помню себя, каким я был, там 25 лет был сильно ветреный, сейчас поменялся как бы, ну точно. После 30 как-то стал более осознанным, что ли. Не женат, детей нет? Женат, был в гражданском браке, есть ребенок, 8 лет. О, классно, привезешь сюда? Да, привезу, я думаю, в следующем году. Супер. Слушай, рассказывай давай для наших девчонок, что тебя покоряет в женщине? Ну, это сложный вопрос, вообще непонятно. Мне самому это непонятно. Просто что-то перещелкнуло и все. И не можешь переключиться. Смотри, вейк, любовь вейк. Что для тебя вообще вейкбординг как таковой? Ну, на самом деле, я считаю, что вот как бы я с женой разошелся в первую очередь из-за вейкбординга, на самом деле. То есть она на самом деле ненавидела мой вейкбординг с всей душой. Ну, потому что на самом деле он у нее меня сильно отобрал, я думаю. То есть, ну, я за это ее не осуждаю и понимаю, на самом деле, в чем-то. Потому что мне часто было очень важно поехать на какие-то там соревнования, там, ну, постоянно где-то быть, тренироваться, развиваться. Ну, короче, ну, ей сложно было, я думаю. Опа, сколько тебе лет? Мне 33. В этом году 34. О, возраст Иисуса Христа. Самый такой хороший возраст, когда можно что-то менять, идти куда-то вперед. А дальше у тебя какие планы? Не только вот, наверное, как тренера расти, а может быть, как личности. Есть куда стремиться? Ну, вот мне это интересно сейчас. Мне всегда нравилось тренировать. Даже когда я вот начинал кататься, мы катались на Фрунзенском массиве, жил массиве Фрунзенский, Днепропетровский. У нас был низкий реверс с очень расшатанным тросом, но там как бы что-то можно было научиться. Я многим трюкам научился именно там. И там приходили ребята вот какие-то случайные. А потом, которые друзьями моими были, мне без проблем было им всегда подсказывать, я там просто проводил очень много времени. Ну, короче говоря, как-то зацепил меня вейкбординг сильно и держит по сей день.
Как когда-то брейк-данс, наверное, сейчас, но сильнее. В связи с тем, что ты очень много времени проводишь на воде, на солнце, есть какие-то подводные камни здесь? То есть ты как-то следишь особенно за своим здоровьем, там, тренируешься дополнительно, помимо рейка? Ну, у меня были проблемы со здоровьем, с пищеводом. У меня просто раньше, ну, как бы я никогда в жизни не употреблял алкоголь, курил когда-то в детстве, в первых классах. Потом мне что-то стало плохо от двух сигарет подряд выкуренных, и я понял, что это как бы... Я курил еще со своим одноклассником, ну, там, это, наверное, был класс третий. Когда мы расходились, я на крыше спрятал сигареты, он это увидел, и потом он, видимо, их забрал оттуда, и я не расстроился больше, я после этого не курил. Я так думаю, ну все, значит, так и надо. А я знаю, что ты помимо того, что тренер, еще ты судья. Да. Вау, что молчишь? Кого судишь? Ну, я дважды проходил семинар, получается, на первом семинаре там мне присвоили сразу две звезды, на втором в Братиславе еще третью. Ну, то есть, фактически я могу проводить соревнования, ну, такого, скажем, внутри странного уровня и быть не главным судьей на международных соревнованиях. Вот, ну, мне это было интересно в тот момент, в первую очередь, не судьей быть, в первую очередь, самому узнать, как судится, ну, понять, что к чему. Сейчас это просто, ну, вот... Часто, ну, ребята просто зовут посудить, ну, я с удовольствием. На самом деле, вот я для себя понял, что для меня соревнования уже отошли на второй план. В каком плане? То есть мне уже сам процесс соревнований, подготовки к соревнованиям не так сильно нравится, как другой процесс. Мне больше нравится придумать новые трюки. То есть, скажем, я обожаю реверс, нереально люблю флэт. Дома у меня реверс высотой 15 метров в Днепропетровске, и там просто, ну, как на кайте можно летать. И, соответственно, время в полете намного больше, накрутить можно больше. То есть там можно делать вещи, те, которые сейчас на кольцах невозможно. И это интересно, просто вот как бы идти немножко опережая события. Соревнования чем плохи для меня? Потому что я вот в 16 году почти каждые выходные были соревнования. За 16 год лета я для себя провел такую черту. Ни одного вот не было нового трюка. Вот ни одного. Первый трюк получился новый осенью. Ну, там, может быть, какие-то часть трюков я там за 16 год перенес на кольцо с реверса. Но по факту нового ничего не сделал, кроме осени. А в 17 году, в прошлом году, это был взрывной сезон. Я вообще забил на соревнования. Но я поучаствовал в двух соревнованиях, в двух национальных чемпионатах, на чемпионате Украины в Киеве, чемпионат Украины в Днепропетровске. У нас в Украине два чемпионата проходят. Один по ВВА, один по IWWF федерации. И, ну, и там я не был толком готов, но я готовился там где-то за недели две, начал готовиться суммарно. И они один, по-моему, за одним шли через неделю. Вот. Но в целом был не готов. То есть на Днепропетровском там, не помню, вроде бы третье место занял. Наверное, вроде бы третье или второе. Днепропетровске вроде бы второе занял, да. А в Киеве вообще пролетел, по-моему, был четвертый. Вот, но я вообще не был этому расстроен, потому что за прошлый сезон реально получилось очень много новых вещей, просто новых идей каких-то и вообще, ну. А для себя понял, ну, такой думаю, ну, мне вот 33 исполнилось, да, прошлым летом. Я такой думаю, блин, ну, ради чего я катаюсь? Так просто задумался и понял, что для меня кайф — это трюки. Вот я трюкоголик 100%. То есть если хотя бы неделя без нового трюка меня уже начинает ломать. Мне уже прям, ну, кажется, что, блин, ну просто время теряется, проходит зря куда-то. Вот просто какая-то пустота. А соревнования – это постоянный накат, это стабильность одного подряд трюка. Ну, это круто, и я завидую даже тем людям, которые вот способны себя держать вот в таком тонусе и вот не выходить шаг влево, шаг вправо, не отвлекаться на посторонние трюки. Я так не могу. Я всегда, даже когда готовился к соревнованиям, параллельно мог что-то там еще пытаться накатывать, что-то новенькое. Потому что вот рвало. И вот такое у меня сейчас видение моего будущего. То есть развиваться, если это касается бейки. Твой следующий кэмп будет в Phuket Wake Park? Да, планирую осенью приехать сюда. Так, ребят, слышите, все осенью сюда и ставить новые трюки у Вовы. О, скажи что-то тем молодым дарованиям, которые смотрят на тебя и говорят: вау, хочу вот у Лысенко взять уроки, хочу быть чемпионом. Что ты для этих ребят скажешь? Ну, я буду очень рад, если вы ко мне приедете потренироваться. Можете смотреть мой YouTube-канал, там куча бесплатного контента. Также у меня вот сейчас, вот буквально в этом месяце, я сейчас вот продумываю, у меня сейчас два человека занимаются
онлайн, дистанционно. Я расскажу, как это будет, и это уже сейчас начинает работать. Вот буквально, я думаю, что в течение недели я выложу всю информацию. То есть можно будет тренироваться, не находясь здесь. Можно будет сбрасывать мне видео, которое я буду анализировать, давать план тренировок на следующую тренировку, разбирать ошибки по этой тренировке, держать с вами связь. Удобнее всего это или WhatsApp, или Viber. Там вся история переписки сохраняется, вы всегда сможете прочитать мои рецензии по какому-то трюку, по каким-то попыткам, которые будете сбрасывать в процессе этой недели там, или месяца тренировки. Сможете пронаблюдать и свой прогресс, посмотреть свои старые попытки. Да, я это планирую скоро сделать видео на YouTube, подробно расскажу, что и как будет. Так что следите за новостями, возможно, даже уже на этой неделе появится об этом новое видео. Поэтому, если нет возможности приехать сюда, у вас будет возможность тренироваться онлайн. Но, конечно, более эффективна тренировка здесь на месте, потому что онлайн я вам все-таки смогу сказать только до тренировки и после тренировки. А здесь я вам скажу и до тренировки, и во время тренировки, и после тренировки. У нас всегда есть вечерний видеоанализ. Мы это разбираем в моей гостиной, там на большом экране все видно. Сейчас, кстати, мне многие на YouTube писали, что тебе бы пора камеру сменить, что за говно, что за качество. Я сам знал, что говно качество. Сейчас вот поменял камеру, и сейчас в самом низком разрешении снимает камера намного лучше, чем было раньше. Поэтому довольно скоро появится видео уже в гораздо хорошем качестве. Так что следите. Вова, спасибо тебе огромное за твое время, за твои улыбки, которые ты даришь нашим клиентам. И надеюсь тебя видеть в Кэтвейк парке как можно чаще. И я действительно очень надеюсь, что твои онлайн-тренировки воплотятся в жизнь на поток, и ты уже сможешь здесь не только сезонно, но постоянно находиться. Спасибо большое.